внутреннюю силу, которая мучает душу. На одном из рисунков автор этой песни изображен рядом с земным шаром, на котором отпечатался свет чего? С нечистой силой. Автор песни изображает его своим. Нет, ну если там связывать с нечистой силой, черт, копыта отпечаталось. И что у нас? Песня Песню разве? Нет, ну ничего, чтобы отгадать. След. Так свет или след? Так без понять того, что отпечаталось. Свет. Надо отпечаток чего? Да. След чего или след чего? Персонажи песня кажется жалобой на нечистую силу, мучившую душу. Ему чудятся слова «бесы мя мучат». На земном шаре свет поцелуя. Бесы мя мучат, целуй меня крепче. Чего? Свет поцелуя. Внимание, вопрос номер 4. Четкий след. Хайрак. Хайрак. Узбекская разновидность их, представляющая собой четыре плоских продолговатых камня, отшлифованных в горных потоках. Назовите их словом испанского происхождения. Привет. Самому сюда. Может быть, писатели наркоманы? Что они курят? Почему четыре ровно? Да.